Всем привет! Долгих 26 дней добиралась ко мне посылочка с Алиэкспресса. Написано Toys. Где? Во. Не знаю, что обозначает вот эта наклейка, но она тут есть. Если кто-то мне напишет в комментариях, что хайп на Pokemon Go уже прошел, я вам отвечу, что я это уже знаю. Я не спешил заказывать эту посылку, ждал, пока хайп начнет немножко стихать, потому что, ну, не знаю, я не любителю сам. А, сейчас в тренде покемоны, давай снимать видео про покемонов, без разницы что, главное про покемонов. Ух ты, закрутили, замотали. Это нам не надо. Давайте сложу обратно. Как-то так, по идее, оно должно быть. Вот. Вот такая вот помятая почтой коробочка. Видно? Ну, не суть важно. О! Magic Ball Power Bank. Input 5 вольт 1,5 ампера, output 5 вольт 1,5 ампера, вес 206 грамм, диаметр 89 миллиметров. Ну и тут инструкция. Вот так будет видно. Заряжать 8 часов, бла-бла-бла-бла-бла. Ну и ладно. О. Вот такой вот красавец. Powerbank на 10 тысяч миллиампер часов. Ну, здесь у нас микро-USB для зарядки пауэрбанка, USB для подключения заряжаемых устройств. Вот, кнопочка. А тут светодиодики. О. Ну, насколько я вижу, светятся 4. На камеру их не очень видно. И он должен еще... О! Светиться. Давайте выключу свет. О! Вот какая красота. В общем, с дизайном постарались. Где эта кнопка? Все. Ну что, проверим его характеристики. Красивый? Да. Но насколько честные характеристики? Сейчас проверю. Ну что вам рассказать про этот красивый пауэрбанк? При разряде тока в 1 ампер он выдал всего лишь 2332 мАч. Что при его заявленной емкости в 10 тысяч мАч смешно. То есть здесь нету даже 5000. Увы, а это график вольтамперной характеристики этого пауэрбанка. Как видите, с нагрузкой в 1,2 ампера пауэрбанк справляется, а при дальнейшем росте тока, увы, напряжение просаживается. Вот так вот дурят китайцы с емкостью. Если кому интересно, можно легко прикинуть, сколько здесь внутри емкость. Мы возьмем 2332, то есть цифру, которую он показал при разряде, умножим на 5, разделим на 3,7 и прикинем, что КПД будет, ну, скажем, 0,85 или 85%. И мы получаем примерно 3700 мАч емкость этого пауэрбанка. Что я, кстати, объяснил китайцу, и поэтому вернул почти всю сумму за этот пауэрбанк. Вот так вот. Красиво? Да. Честно? Нет. Все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте лайки, комментарии, что вы думаете по поводу этого пауэрбанка. Делитесь этим видео с друзьями. Ну и подписывайтесь на канал. Всем пока.